Первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарева и депутат Московской областной думы Дмитрий Денисько встретились с активом ветеранских организаций. Они обсудили ближайшие планы по развитию муниципалитета, реконструкцию Октябрьского проспекта, благоустройство парков и зон отдыха, а также рассмотрели ряд актуальных вопросов, затрагивающих социальную сферу. Участникам собрания напомнили, что в округе действует программа губернатора Подмосковья «Активное долголетие» и пригласили стать участниками проекта. Поселка Октябрьский. Правительство Московской области со следующей недели выделяет нам еще 2 автобуса комфортабельных с предложением экскурсий. Можно записаться на сайте на эти экскурсии. График экскурсий с понедельника будет выложен. Мы стараемся, чтобы ваша жизнь была более активной.